следующем формате. Хват либо за ручку, либо хват за тело гири. То есть либо вот так мы работаем с ней, либо мы работаем с ней. Отлично. Перед тем, как мы работать будем с гири, всегда нужно уделить особое внимание разогреву пояса верхней конечности, плечевые суставы, различные руки, махи, так чтобы максимально растянули мышцы, которые отвечают за подвижность. Отлично. Сиспери, сиспери. Итак, начнем мы с вами сейчас с упражнения на мышцы ног. Давайте все, что мы можем сделать здесь, только на ноги с гири. Самые основные моменты. Первое упражнение называется приседание, сквад. Мы берем за тело, вот так. Ноги поставили, широкая стойка, носки развернуты, гири на груди. И в этом положении мы будем с вами приседать. Я всегда его использую как элемент разминочный для того, чтобы подготовить ноги к работе. Разгибайся полностью.